Хочу показать вам из окна. Пока на улицу не хочу выходить. Как строители выложили плитку. Вон там еще песочек они мне сделали. Луночку под мои пионы. Здесь там. Вот она, плиточка. Ну, конечно, красиво. Красиво будет. Дорожку, которая ведет к калитке, ну, не видно. Пока снимаю с окна. Вечером уйдут, если будет светло, дождя не будет. Покажу. А хотя не будут. Вот все, выложат. Тогда покажу. А пока закрываюсь. Пока-пока. Ваша Света. Кстати, мои дорогие, специально гуглила, узнавала, чтобы правильно говорить на камеру, плитку класть или ложить. Значит, мне там Google прогуглил и написал: в строительном сленге кладут стены, а плитку ложат. Так что на будущее. Значит, я иногда проскакиваю, у меня кладут, а оказывается, ложат плитку. Вы, если что, уж извините меня. Но прогуглила вот так. Плитку ложат. А теперь пока-пока. Закрываюсь. Ваша Света. А вот моя чапочка сидит, моя красавица. Налопалась. Что Чапа сегодня обедала? Мяску обедала. Чапа, а где твой мячик? Мячик где? А я знаю, где твой мячик. Где твой мячик? Где потеряла? Ну-ка ищи. Скорее. Где мячик? Это подружка. Подружка, мячик где? Куда ты дела свой мячик? Ну-ка поищи. Там его нету. Нету. Я ж тебе вчера его нашла. Ты куда его дела? Где мячик? Где? Ищейка моя, ищи. Где мячик? На кровати тоже нет его. Не трогай аппарат для мерения давления. Муж голову тебе оторвет за него. Где он? Где? Ну-ка, посмотри. Нету? Ты что ж такой-то? Ну, куда же он делся? Это наш мячик. Куда он делся? Ой, беда, пропал. Ну-ка, поищем, давай, поищем за занавесками. Везде, нигде не можем найти. А в кухне смотрела? Пошли в кухню. В кухню смотрела? Иди в кухню поищи, скорей. В кухне иди поищи. Бегом. В кухню. Где кухня? Где у нас кухня? Ну-ка, в кухню пошли искать мячик, пошли. Мячик пошли искать в кухне, он. Я-то лучше знаю. Чё ты? Где твой мячик любимый? В кухне. А со мной играй. Все, отключаюсь. Ты не хочешь искать мячик. Ты нехорошая собака. Вот, вот с подружкой своей вот, только играешь вот, с подружкой, да. Пока-пока, скажи зрителям. Пока-пока.